Каждое утро для всей страны начинается одинаково. В одно и то же время играет гимн, который прославляет местный народ, его землю и, конечно же, короля. Может показаться, что в этом нет ничего удивительного. Однако при первых же звуках мелодии каждый местный житель обязан замереть ровно на том месте, где он их услышал, будь то кофейня, парк или даже пляж. Добро пожаловать в Таиланд! Это «Жизнь других». Что про жизнь в Таиланде вам известно все. Но, скорее всего, это туристические места Пхукет, Паттайя, а тут живет еще 60 миллионов человек. И живут они абсолютно иначе. Вы спрашиваете, как же они живут? Давайте же сегодня все это и узнаем. Если бы я родилась в Таиланде, то, возможно, в семье Натасака. И жила бы в уютном домике на берегу Сиамского залива. А одним из моих соседей был бы король Таиланда. А еще я могла бы быть женой авиаинструктора Китти Чая, который всю свою жизнь витал бы в облаках. Зато и зарплату получал бы заоблачную. Еще я бы могла родиться мэпом. Тогда я была бы слонихой. Меня бы забрали из парка развлечений, где я катала людей. И потом я бы всю жизнь жила в специальном реабилитационном центре для таких же слонов, как и я. В таком случае я бы наверняка появилась на свет где-нибудь в тропических джунглях. Однако, родись я человеком, это, скорее всего, произошло бы в обычной государственной больнице. За роды в такой клинике платят до 5000 бат. Это если роженица прописана в той местности, где рожает. А если нет, тогда до 15000. Однако на качество услуг это никак не влияет. В государственной клинике Таиланда условия для родов для всех одинаковые. Но если у вас есть деньги, после родов вы можете себе позволить одноместную палату. Если хотите абсолютно бесплатно, добро пожаловать в комфортную шестиместную палату со шторками. А если не хватило места в общей палате, добро пожаловать в многоместный коридор. Ну, не очень, зато посмотрите, какой вид. На море. А, красота, правда? Здорово? Понравилось? Ой, завидую вам, девчонки. Необычными можно назвать и санитарные условия. С одной стороны, врачи и посетители обязаны носить шапочки и халаты, но с другой, никто не знает, что такое бахилы. Этот вопрос решается куда проще. Перед входом в родильное отделение надо разуться и все, ходить босиком. Вы сейчас подумали, что это какая-то натуральная еда для женщин, которые только что родили. Нет, дорогие мои, тут обязательный массаж травами для всех, кто родил только что ребеночка. Мне такого никто не делал. Массажик, ой, как я люблю. Я бы даже сейчас родила, честно говоря, что мне только сделали этот массаж. Ну ладно, не буду торопиться. А для тех, кто родил впервые, здесь оборудована специальная комната, где медсестры проводят курс молодой матери и курс молодого отца. Его присутствие также необходимо. А папа при чем тут? Папа что должен делать? Он должен уметь делать успокаивающий массаж. Бэби-массаж. О, ну-ка покажите мне. Сейчас я научу все всех. Итак, лайфхак. Бэби-массаж. Что должен делать папа, когда ребенок кричит? Смотрите. Давай. Так, ага, лоб, лицо. Слушай, так я тоже хочу такой массаж, честно говоря. Так, ага, животик ему погладили. И вот это обязательные уроки для родителей, правильно?
Да, 10 лет назад это сделали обязательным. С тех пор мы их обучаем на этой кукле. Кукла используется 10 лет, понимаете? А выглядит просто как новорожденный ребенок. В остальном местная больница ничем особенным не удивит. Хоть оно и есть. Например, просто на территории клиники расположен обыкновенный рынок. А если женщина после родов захотела что-то вкусненькое перекусить, то, пожалуйста, морепродукты, яичко, какое-то тесто азиатское, очки, пожалуйста, снова какие сосисочки розовенькие, коричневенькие, жареные, пареные, понимаете, сэндвичи жареные, мясо. Господи, ну красота же, а? А еще один из десятка этажей этой больницы предназначен исключительно для нужд короля и его семьи. Когда они гостят в городе, не удивляйтесь, отношение к своему королю для таиландцев, а он здесь глава государства, это нечто особенное. Король для нас – это отец нации. Это человек, на которого равняются все настоящие тайцы. Я бы даже сказал, что он – эталон настоящего таиландца. Его уважает и почитает каждый житель страны. И хоть за неуважение к королю предусмотрено уголовное наказание – плохого слова о нем все равно никто и никогда не скажет. Искренность отношения местных к своему правителю можно увидеть каждый день, когда играет королевский гимн страны. В его тексте, как вы догадываетесь, восхваляется король. Во время его исполнения каждый таиландец обязан замереть на месте, а если он сидит, встать, показывая свое уважение. Гимн играет каждое утро и каждый вечер на площадях и в парках, перед началом фильмов в кинотеатрах и перед началом спектаклей в театрах, перед концертами, на стадионах и перед первым звонком каждого учебного дня в школах. Каждый день к 8 утра все школьники строятся в школьном дворе, чтобы петь королевский гимн. Потом читают молитву, занимаются утренней гимнастикой и только после этого отправляются на уроки. Детский сад и школа в Таиланде находятся в одном здании. Детей сюда отдают с 3 лет. И в младшей школе у них существует еще один уникальный ритуал. После гимна, молитвы, танцев надо обняться, и только после этого начинается урок математики. Боже, какая прелесть! Задали с учительницей. Ой, и еще и поцелуйчик. Вы целовались со своей учительницей? Я нет, никогда. Боже, ты вещь обняли. Какая прелесть. После того, как все обнялись и поцеловались, дети ставят смайлики в свои фотографии и говорят о том, что у меня хорошее настроение. У кого-то сегодня не очень хорошее, наверное, не хотел идти в школу. Ох, я бы тоже такое бы устроила бы на работе, а? Сережка, будем такое тоже? Обнимашки, целовашки перед работой? На одну группу, а это 30 детей, здесь приходится по 2 взрослых. И учатся, и веселятся, и спят ребятишки просто здесь, в своем классе. Вот тут есть краники, где дети моют руки. Тут же чай. Есть у каждого своя чашка с полотенцем. Помыл ручки, повесил. Здесь у них у всех матрасики. Смотрите, которые они в пятницу забирают домой, постирали. В понедельник принесли, и у каждого своя кроватка на тихий час. Когда время приходит, они вот так раскладывают свой матрасик и ложатся прямо на холодном полу. Господи, бедные дети. И спят. Тут же есть зубная щетка, паста. То есть проснулись, почистили зубы, и все. Жизнь прекрасна, так сказать. Скажите, а? Эй, какие хорошенькие. Я так обожаю детей маленьких, когда они спят. Ой, красота. В 6 лет дети уже переходят в школу. Ну, то есть на другой этаж этого здания. В государственных школах обучение полностью бесплатное. В бесплатно входят и ремонты, и шторы, и даже школьная форма, частью которой, кстати, считаются даже рюкзаки. Уроки идут до 3 часов дня с перерывом на обед.
Сегодня, например, будут кормить рисовой лапшой и отварной говядиной. Но не спешите думать, что все здесь так диетически. Ведь на каждом столе будет стоять набор добавок – уксус, соевый соус, соль, сахар и перец чили. Будьте уверены, каждый ребенок добавит себе в тарелку как минимум по пару столовых ложек всего перечисленного, съест порцию до последней лапшинки и только после этого вернется на уроки, часть из которых для нас тоже довольно необычны. Сегодня у меня тест по литературе, математика, урок истории королевской семьи и урок медитации. Да-да, медитации. Такой урок существует во всех школах Таиланда. А в качестве учителя выступает монах из буддийского храма. Вы должны понимать, что медитация – это не просто урок богословия. Религия – это действительно важная часть жизни таиландца. Во многих странах мужчины 18 лет идут в армию. Мы все это знаем. В Таиланде тоже, только не 18, а в 20. И не в армию, а в монахи. По сути, в монастырь можно уйти и в любом другом возрасте. Главное – старше 20. Это каждый мужчина выбирает сам. Тем не менее, уход в монахи – это нечто куда более обязательное, чем армия. Ведь в монастырь идут все, а для того, чтобы пойти в армию, призывнику нужно сыграть в лотерею. Не буквально, конечно, но выглядит это именно так. Каждый молодой человек, когда ему исполняется 18, приходит в военкомат и тянет билет. Если вытянул черный, значит, идешь служить на один год. Если красный, тогда свободен. Уход в монастырь – это сугубо индивидуальный выбор каждого таиландского мужчины. Однако на протяжении жизни туда уходит каждый. Хотя бы на несколько недель, но уходит. Сам я был монахом 3 раза. Я был монахом 1/2. Я уходил в монастырь 2 раза – на месяц и на 3 недели. Я был монахом 2 недели, когда мне исполнилось 50. Чтобы узнать, как же монахи живут, я решила тоже уйти в монастырь, ну так, буквально на полчасика. Выглядит здесь все очень просто. Я бы даже сказала минималистично. Общее удобство, общая еда, да и все остальное, конечно, тоже общее. А вот тут монахи моются, видите? Тут и унитаз, то есть тут туалет. Вот тут стиральная машинка. Тут он постирает себе одежду. Тут вот и химия, и побриться, и зубы почистить. В общем, тут помылся, убрал за собой и пошел дальше. Так сказать, общественный туалет. Осталось посмотреть, где они живут. Я пришла в общежитие к буддийским монахам. В общем, сейчас мы зайдем в одну из комнат и посмотрим, где же они спят. Ой, добрый день. Здравствуйте, заходите. Вам необходимо сесть. А, сесть надо, да? А, то есть по-другому вы не можете говорить? Да? Как интересно. А вы давно монах? Я здесь уже 2 месяца. 2 месяца? А подожди, 2 месяца, и ты теперь будешь все время монах? Да нет, когда почувствую, что пора, я вернусь обратно. То есть, подожди, а до этого ты где жил, чем занимался? Работал программистом в большой компании. Туда же и вернусь. Хорошо, так, а и вот ты пришел сюда, и чем ты целый день занимаешься? Утром собираю подаяние, медитирую. Потом убираю храм или территорию. Потом опять медитирую и ложусь спать. А вот подожди, ну а если у тебя там дети, жена, то есть ты их тоже оставляешь и забываешь про них, и не можешь с ними общаться? Я не должен о них думать и вообще изъявлять какие-то желания поиграть с ними или обнять их. Но они меня могут, а вот жена нет. Я ушел в монастырь еще в юности и остался на всю жизнь. У меня никогда не будет ни семьи, ни детей, но все это ради других. Ведь мы даем Таиланду духовную силу. А Таиланд нас обеспечивает дарами в виде еды, воды или денег. А это правда, что ты будешь есть только то, что тебе принесут, подадут? Вот то, что я тебе принесла, вот еду. А если не принесут, тебе не дадут, ты ничего не будешь есть. Это правда?
Правда, но такого пока не случалось. Нам всегда что-то дают. Кроме того, едим мы немного и только до 12 часов дня. После этого позволено только пить воду или соки. Это очень полезно. Ой, слушай, ну хорошая диета. Кстати, вот вам и лайфхак от тайского монаха. Все едим до 12. Больше того, просим, чтобы нам дали эту еду. Сами ничего не готовим. А после 12 пьем, и все. Худая, стройная, легкая, воздушная, очищенные чакры, поймали ом, и все. Возноситься в Таиланде популярно не только в процессе медитации. В мирской жизни таиландцы, мечтая о престижной профессии, витают в облаках в буквальном смысле. Ведь, пожалуй, самой желанной работой для местных является работа пилота гражданской авиации. Пилот самолета получает, пожалуй, самую высокую зарплату в стране – 200 тысяч бат в месяц. Поэтому многие мечтают поступить в нашу летную школу, чтобы потом обучиться летать на больших авиалайнерах. Однако год такого обучения стоит дороже, чем небольшой самолет или чем 4 года обучения в университете. Да что там, чем 20 лет обучения в университете. Тем не менее, большинство просто мечтает сюда попасть. Чай, сложно поступить вообще в летную школу и стать пилотом у вас? Нет, на самом деле это совсем не сложно. Нужна только соответствующая справка от врача и, как говорится, мани-мани. А мани, а сколько стоит? Курс обучения, а это один год, 70 тысяч долларов. Ага, то есть могут сюда поступить все равно только обеспеченные люди. Если, то есть ты просто умный или талантливый, и у тебя нет денег, то вход сюда тебе закрыт. Чаще всего да. Но иногда компании сами отправляют своих сотрудников на обучение за свои деньги. А, то есть вдруг ты умный, да? Yes. В нашей школе получают только лицензию пилота. После этого студенты должны еще полгода отлетать на симуляторе большого лайнера, а потом, так сказать, за руль. То есть подожди, ты мне хочешь сказать, что ты здесь год летаешь на таких маленьких самолетиках, потом 6 месяцев ты летаешь на симуляторе, и все? И можешь уже быть пилотом пассажирского самолета? Да, но ты не переживай. Все, кто в итоге садится за штурвал лайнера, очень старательные ученики. Ведь стать пилотом – это мечта для таиландца. Тут и платят хорошо, и можно путешествовать бесплатно. Ничего себе, бесплатно путешествуешь. Вот так вот все и думают, что я бесплатно путешествую. Понимаешь, знаешь, сколько я за это плачу? Я тебе потом расскажу. Так, ну что, идем в самолетик, покажешь мне, что там, как у вас все устроено. Давай. Ну что, давай садись. О, ну хорошо. Слушай, как будто в Запорожце. А ты мне скажи, сколько раз ты уже летал на таком самолетике? Как у первого пилота, у меня где-то 1500 вылетов. То есть ты главный, а я второй пилот как будто, да, вот здесь? Или я тоже могу быть главный? Ты пока ученик. Здесь все как в автошколе. Управлять могу и я, и ты одинаково. Но важно, кто где сидит. Да, самолет такая штука, можно и на земле разбиться. Да ты еще крышка может упасть на тебя. У меня сердце заболело. Я тебе хочу сказать, давай я посмотрю с земли, как ты красиво взлетишь, да? Но ты будешь не один, с тобой полетит мой оператор. Так сказать, он любит летать, а я пойду ждать вас. Тот, кто в Таиланде хорошо зарабатывает, а это юристы, врачи, айтишники и, как вы уже знаете, пилоты, тут хорошо и живет. Например, они могут себе позволить дорогой коттедж в хорошем районе, просто на берегу Сиамского залива. Но, оказывается, близость к океану – это далеко не главное. Цена жилья в Таиланде не всегда зависит от того, близко ли находится к дому океан, а зависит от того, близко ли к вашему дому находится дворец короля. Ну, если он есть, конечно, в вашем городе. Поясню. Сейчас я приехала в небольшой город Хуахин, что в 2 часах езды от Бангкока. Хоть вы о нем вряд ли слышали, но считается крупным курортом. Крупным курортом для жителей Таиланда.
Но и не только для простых тайландцев. Это любимое место отдыха самого короля. Так сказать, королевская дача. Поэтому вы здесь не встретите ни толпы иностранных туристов, ни развратной ночной жизни. Зато найдете королевский дворец, в двух шагах от которого и живут мои знакомые Натасак и Васана. Ой, ну у меня ощущение по атмосфере, что я попала в дом, как в кино. Шумприбой, белый дом. Я просто в восторге. Я предлагаю идти дальше смотреть. Да, проходи, конечно. А эта фотография... Эта фотография-то кто? Это вы? Это фотография короля Таиланда с женой в молодости. А, я думала, это вы. А почему вы дома... у вас висит портрет короля с женой? Ну как почему? Он же для нас как член семьи. Для нас это для всех тайцев. В каждом таиландском доме висит его фотография. Как интересно. А это что за фотография? Это вы, музыкант? О, это особенная фотография. Здесь наш король специальным фотоаппаратом сфотографировал сам себя. Подожди, опять король? Я, конечно, прошу прощения. То есть у вас весь дом завешен фотографиями короля? Вот это да. А у вас хоть есть одна фотография ваша? На втором этаже есть одна. А на всех остальных король. Необычно, как по мне, жить в доме, где вместо фотографий детей, друзей и родственников висят фотографии короля, его детей и родственников. Ну, в остальном дом очень уютный и обставлен со вкусом. Ой, слушайте, ну, наверное, ваш дом стоит сумасшедшие деньги, да? Где-то $1 миллион, но это из-за близости к королевскому дворцу. Иначе был бы раз в 5 дешевле. Я прошла по всему дому и не нашла ни одного шкафа у вас. Где вы храните вещи? Да вот в комоде. Нам много вещей как-то и не надо. Как же? А что там у вас помещается? Вот это да. Так, интересно. Боже, какая картина у вас потрясающая. Хоть тут короля нет. Вообще-то это его дворец, летняя резиденция. Как раз та, что здесь рядом с нами. Так что вполне возможно, он на картинке и есть. Просто он внутри. Несмотря на близость к дворцу короля, завышенную цену дома, дорогой район и расположение просто возле пляжа, коммунальные здесь стоят просто копейки. Стоимость коммунальных для дорогих районов Таиланда не отличается от бедных. К примеру, за все коммуникации этого дома, электричество, воду и вывоз мусора, мы платим всего $20 в месяц. Однако равенство на этом заканчивается. Ведь для богатых таиландцев существует ряд необычных привилегий. Вот, например, ты на своей дорогущей машине приехал с покупками в супермаркет. Для тех, у кого в Таиланде есть дорогая машина, для них существуют специально отведенные парковки. Чтоб, не дай бог, со всеми не стоять. Здесь так и написано: «Место для суперкаров». Естественно, оно поближе ко входу в магазин, и, естественно, всегда есть свободные места. На стоимость парковки это никак не влияет. Просто ты можешь здесь стать, потому что ты богат. А значит, и тяжелые пакеты с яйцами и морковкой не должен тащить через весь паркинг. Кстати, если я уж в супермаркете, то почему бы не взглянуть, сколько эти яйца с морковкой стоят? И, как оказалось, совсем недорого. Итак, при средней зарплате по стране $500, таиландец тратит на килограмм куриных окороков $4, на литр молока $1.5, а за кило макарон отдает $1. Но интересно другое. Вот яйца стоят 45 бат. Срок годности до 2562 года. То есть меня яйца переживут. И тебя, Сережка, яйца переживут. И всех эти яйца переживут. Потому что что? Другое время здесь. Представляете? Вот это да. Вот это дожились. Яйца переживают людей. Таиланд живет по своему собственному летоисчислению. Если у вас 2020, то мы уже ушли больше, чем на 500 лет вперед. У нас сейчас 2561. Если не верите, спросите у любого таиландца, в каком году он родился, и он вам ответит. В 2503. Я родился в 2515.
Мне 57, родился я в 2504. По-вашему, это 1963. Город Хуахин – идеальное место для семейного отдыха. Здесь вы откроете для себя другой Таиланд. Чистый, комфортный, безопасный, где круглый год дети в лете. С этим вам поможет компания Хуахин МММ Групп. Вам подберут апартаменты на любой вкус и кошелек. Встретят в аэропорту, помогут со страховкой и обеспечат весь сервис на месте. И все это на русском языке. Однако профессии в таиландском будущем абсолютно такие же, как и в нашем настоящем. Возьмем, к примеру, должность мэра города. Все того же города Хуахин. По сути, его задача ничем не отличается от задачи любого другого мэра. Наш мэр совершенно точно является народным любимчиком. Местные жители его любят и почитают. Не как короля, конечно, но все же безмерно ему благодарны за чистые освещенные улицы, убранные пляжи и безопасные районы. Поэтому радостно приветствует его каждое утро, когда он едет на работу на своем велосипеде. К сожалению, это оказалось единственное свободное окно, когда мне удалось с ним поговорить. К сожалению, потому что я владею велосипедом гораздо хуже, чем мэр. А почему вы ездите на велосипеде? Ведь ездят вот все мэры в машинах, в сопровождении, с охраной. Сейчас это, наверное, смешно выглядит, потому что сзади едет джип охраны. Но его пригнали только потому, что идет съемка. Обычно я действительно езжу сам. А на велосипеде, потому что недалеко живу, да и погода всегда хорошая. Ну да, это логично. Я вот, кстати, тоже задумываюсь, что может мне на велосипедах начать ездить. А какой у вас рабочий день? Со скольки до скольки? Со сколько надо и до сколько необходимо. Официально график-то есть, но по сути он не нормирован. Но на работу опаздывать при этом мне нельзя, иначе может быть штраф. А на обед вы ходите куда-то или у вас обед прямо в кабинете? Бывает и в кабинете, когда времени нет. Но вообще, я люблю все. Могу и в ресторане пообедать, а могу и на рынке рис с кузнечиками поесть. Чтобы вы не думали, мол, у мэра нет денег, поэтому он ездит на велосипеде и ест насекомых, то нет, с этим все хорошо. Просто подобные деликатесы любят все тайцы. А если любишь, то зачем себе отказывать в удовольствии полакомиться червячком? А вам легче жить было вот до того, как вы были мэром, или сейчас, когда вы мэр? Конечно, раньше я проводил больше времени с семьей. Зато теперь жители города для меня как семья. Но в любом случае я планирую скоро вернуться к обычной жизни. Власть ведь должна меняться. В этом вся суть развития. Что вы еще хотите в городе вот изменить? Устану все перечислять, но если вкратце, то я просто хочу, чтобы каждый житель моего города как можно чаще улыбался. Честно говоря, я уже не знаю, куда чаще таиландцам улыбаться. Ведь первое, что делает каждый таец, когда видит нового человека, это улыбается. Здесь не только утро начинается с улыбки, но и обед, и ужин, и вообще любое другое время суток. У нас есть с десяток разных оттенков улыбок. И каждый для разной ситуации. Естественно, иностранцу разницу заметить невозможно. Но для наглядности я все равно решила попросить местных улыбнуться каким-то особенным способом. Так я улыбаюсь, когда получаю хорошую оценку. Так я улыбаюсь, когда мой ученик становится пилотом. Так я улыбаюсь, когда удается полакомиться кузнечиком. Так я улыбаюсь, когда у моего слона ничего не болит. Если вы заметили разницу, то можете улыбнуться улыбкой, которая означает, что вы что-то заметили. А пока вы радуетесь, я покажу вам, как же таиландцы живут. Не те, у которых много денег, а обыкновенные средние жители страны. Ну что, вот мы приехали в гости к, не побоюсь этого слова,
самое длинное имя в моей жизни Ю. Зовут хозяйку дома, поэтому сейчас я хочу зайти и посмотреть, как же живут местные тайцы. Как интересно, однако. Представляете, бетонные стены, бетонный пол. Король, ну это понятно. Дальше у нас тут что? О, комната. Потолка нет. Не подумайте, что здесь живут бедные люди. У хозяйки есть своя ферма, с которой она зарабатывает по $400 в месяц. Кроме того, она работает домохозяйкой в другом доме, где зарабатывает еще $400. У нее есть современный автомобиль, несколько мопедов и денежные сбережения. Мы, таиландцы, привыкли жить настолько просто, что не понимаем, зачем вообще нужны паркеты, ковры, потолки, люстры или даже обои. Ведь без них дом абсолютно такой же дом. Конечно, представление о уюте у них более чем своеобразное. Однако удивило меня больше всего даже не это. Гараж! Подожди, гараж, а кухня? Ничего не поняла. Холодильник вижу, мотоциклы вижу. Так, подождите, чайник вижу, посуду вижу, даже стол вижу, а кухню не вижу. Так, хорошо, тут есть еще внутренний дворик. О, а вот и комната для медитации, не побоюсь этого слова. Это зубные щетки? Угу. Вот, ну, зубные щетки на месте, на своем. То есть, ну, места очень много, хочу вам сказать. Тихо, как в раю. Но где же в этом раю кухня? Я так и не разобралась. Надо бы спросить у хозяйки. О, Ю, привет. Привет, привет. Я ничего не понимаю, я у тебя прошлась по дому, я не нашла кухню. Так это потому, что ее нет. Как это так, у тебя нет кухни? А посуду-то ты моешь, значит, ты ешь что-то. Конечно, ем, но я уже все готовое покупаю на рынке. Поэтому в кухне нет смысла. Иногда я, конечно, готовлю, но это редко и по мелочам. Типа там яичницу пожарить. Для этого у меня есть газовая горелка. Ее достаточно. А ты мне скажи, у всех тайцев нет кухни? Или это только у тебя? Практически ни у кого нет. Просто покупать готовую еду дешевле, чем закупать ингредиенты и готовить самому. Ну и время на готовку тратить не надо. Как интересно, ничего себе, хорошо вы так живете. А, слушай, а у вас тут вообще, а змеи у вас тут бывают? Полно. Мы же здесь посреди джунглей живем. Вокруг огромная безлюдная территория. Но к нам с мужем они в дом не заползают, так как там чисто и им негде прятаться. То есть вы вдвоем, а вдвоем вам не скучно тут жить? Да нет, мы телевизор смотрим. Музыкальные программы, ой, я тебя понимаю. Тогда идем смотреть телевизор. Пошли. Хорошо, но сначала мне надо на рынок съездить. Ах, на рынок? Так это для меня даже интереснее. Заодно и узнаем, правда ли там настолько дешевая эта готовая еда, что весь Таиланд вообще дома не готовит. Немного пробежавшись по прилавкам, Ю купила несколько блюд и привела меня к самому интересному. Ну, по крайней мере, самому интересному для меня. А ты что любишь вот из этого? Больше всего мне нравятся личинки. Они самые сочные и маслянистые. А фарш? Да, жуки тоже вкусные. Кузнечики хрустят, ну, знаешь, как чипсы. А самое дорогое – это вот эти крупные сверчки. Ой, чтоб ты была, Ю, жива-здорова, конечно, с такой красотой. Да все нормально, это же просто мясо. А что она делает? Соус делает или что она делает сейчас? Да, соевый соус с перцем и другими специями. С ними еще вкуснее. Для меня, конечно, непривычно, но для местных это обычная еда. Как для нас пюрешка с котлеткой.
Кроме того, как рассказала продавщица, в насекомых меньше паразитов, чем в той же свинине. Ну, тут уж не знаю, хотите верьте, хотите нет. И скажи мне, это как перекуска у вас, да? Или это как основное блюдо? Это только туристы думают, что мы это едим как семечки. На самом деле это добавка к рису и овощам. А, просто с рисом вот такие вот червячки, да? Слушай, а ты знаешь, где их берут, вот этих червяков, вот этих жуков, кузнечиков? Где вот их ловят? В джунглях их не ловят, как ты, наверное, думаешь. На самом деле это уже давно бизнес. Их выращивают на специальных фермах. Кто-то и у себя дома разводит. Так, ну давай покупаем тогда, что ты хочешь сегодня на вечер? Сверчков возьмем. Вот это, дайте нам, пожалуйста. Давай я куплю. Я куплю. Я на червяков еще никогда деньги не тратила. Ну, возьмем еще кузнечиков и личинок две порции. Здесь вообще все вкусное. Так, сколько мы с тобой денег потратили, я не поняла. Ну, здесь мы отдали 60 бат. А до этого еще взяли рис, мясо и овощи на 120. Итого 180 бат. Это дорого? Ну смотри, если бы я все это покупала отдельными ингредиентами в сыром виде и сама готовила, то денег ушло бы все 300 бат. Причем сегодня на ужин мне хватит только сверчков с рисом. То есть мы потратили на твой ужин 3 доллара. Мне кажется, что и я готова начинать есть жуков за такие деньги. Ой, слушай, ну класс. Идем. Может, идем на нормальный что-то еще магазин, купим какой-то хлеб с маслом. А, пожалуйста, тебя умоляю. За ужином Ю поведала мне о еще одних местных жителях Таиланда, о которых я даже не задумывалась. А ведь у них, пожалуй, самая сложная работа в стране. И я имею в виду не людей. Одним из самых популярных аттракционов в туристических местах Таиланда является катание на слонах. Для отдыхающих это выглядит необычно и весело. Однако для животных это адский труд. Я вам поведаю историю о том, как дрессируют слонов. Еще в раннем детстве слонят отлучают от матери и держат в тесном загоне, где постоянно бьют и морят голодом, пока животное не впадает в отчаяние. А потом приходит новый человек и якобы спасает слона, за что тот всю жизнь будет ему благодарен, выполняя команды этого человека. Поэтому теперь, когда увидите человека, который предлагает покататься на слоне, знайте, это тот самый «спаситель» в кавычках. Их в Таиланде огромное количество. Но, слава богу, в последнее время все больше и больше набирает популярности другая, новая кардинально противоположная специальность. В мире много разных профессий. Но Таиланд не был бы экзотической страной, если бы тут не было экзотических профессий. Например, спасатель слонов. Мои хорошие. Так как на свободе такие животные выжить уже не смогут, их держат в заповеднике, где кормят, лечат, иногда даже делают маникюр и моют каждый день. За этим занятием я и застала ветеринара Патту и тоже решила поучаствовать. Приятненький им, да? Класс! Я свою собаку мою раз в месяц. А где вы взяли этого слона вообще? Этого забрали у тех, кто туристов катает. Вот сволочи, а? Такие. Не то слово. Сама посчитай. Один слон за раз поднимает 2 людей. Это примерно 150 килограммов. Одна экскурсия длится около получаса. А таких может быть и 20 за день. Ты представляешь, какая это нагрузка? Я представляю, конечно. А ушки им помыть, ушки? Вот? Да, да. Скажи, кого больше? Тех, кто катает людей на слонах и зарабатывает на этом? Или таких вот, как ты, которые спасают их и вот моют, и кто чешет, вот как я? На данный момент, наверное, больше тех, кто катает. К сожалению. Но все равно это пережитки прошлого. Их становится меньше, потому что меньше людей уже хотят развлекать себя таким способом, чтобы на ком-то кататься. Думаю, лет через 10 этот аттракцион исчезнет вообще. Слушай, это правда, чтобы помыть слону попу, надо туда засунуть руку? Конечно, нет. Но я тоже такую чушь где-то слышала. Не, ну я не то чтобы хотела, я просто спросила, знаешь, просто поинтересовалась. Бытует такое мнение. Вот, знаешь, представляешь, что через
глупые вещи происходят у людей, которые не знают. Видишь, как я, например. А еще в интернете я нашла такой факт, что слонам в Таиланде платят пенсию. Но когда спросила об этом Патту, в ответ она засмеялась еще больше. Пенсию здесь им, конечно же, не платят. Честно говоря, и людям-то платят не особо. Официально пенсионерами становятся в 55 лет. И те, кто получает минимальную пенсию, имеют всего $20 в месяц. Те же, кто имеет трудовой стаж, получают около 200. Но для нормальной жизни этого все равно мало. При этом одновременно работать и получать пенсию в Таиланде запрещено. Поэтому приходится выбирать либо одно, либо другое. И большинство, конечно же, выбирает работу. Как, например, 65-летняя Палек, которая продает на рынке суп своего собственного приготовления. Здравствуйте, Палек. Ну что, как ваши дела? Что у вас тут сегодня вкусненького? Сегодня у меня свеженький том-ям. Я его уже много лет каждое утро готовлю. А вы до пенсии чем занимались? Работала учительницей в школе. А что, у учителей в Таиланде нет пенсии? Не платят им? Платят, конечно, но за месяц это меньше, чем я здесь за 2 дня зарабатываю. А сколько вы в день приблизительно зарабатываете? Выручка 3-4 тысячи бат получается. Ну, вам хватает этого на жизнь? Хватает. С натяжкой, но хватает. Я трачу на закупку, на аренду места, больше всего на транспорт уходит. Но все равно остается куда больше, чем если бы пенсию получала. А так многие вот ваши знакомые пенсионеры живут вот как вы, и вот они вынуждены работать? Или есть те, кто просто радуется жизни? Есть те, кого дети могут обеспечить. Они отдыхают. Но в целом и я нормально себя чувствую. Но если вы заболеете? Для людей старше 60 медицина полностью бесплатная. Ну, слушайте, ну это прекрасно, это очень здорово. Ну, все, вам здоровья, процветания вашему бизнесу. Я пойду куплю манго, потому что обожаю манго, буду его есть. И супчик ваш тоже куплю, хорошо? Он острый? Очень. Ну ладно, тогда мой режиссер съест, он любит острое. Если сейчас вы спросите меня, что такое родиться и прожить жизнь в Таиланде, я вам опишу это всего одним словом – улыбка. И несмотря на то, что слово – это одно, улыбок в жизни каждого таиландца – целая вселенная. Жизнь тайцев похожа на экзотический фрукт. Снаружи она яркая и необычная, а внутри... Хотя такая же она и внутри. Ведь живя в стране, где прекрасные пляжи, лазурное море, жаркое солнце, тайцы больше всего на свете любят... Нашего короля. Он для меня как отец. И наставник. Это пример для всей нации. Воплощение идеального тайца. Когда я вырасту, надеюсь, буду похожим на короля. Но больше всего мне тайцы понравились тем, что любого незнакомого человека они встретят искренней улыбкой. А все потому, что они любят и принимают не только свою жизнь, но и жизнь других людей.